Блять. Кто за мусоркой? Я к мусорке иду. Ты сейчас работаешь? По мне, да, кто-то работает. Убей его нахрен! Я бы знал, где ты, где он, Аня. Ты ж не говоришь ничего. Он к мусорке, у мусорки где-то тусуется, кто на трубе кинул. Я у мусорки, он у мусорки, он со стороны двушки. Куда? Я проверил гранату вырежу. Калаш еще в треке у нас. Он лег у меня. Он лег. Ко мне летит. Пошел за двуху. Я на главной лестнице. Все, у меня броня уже не играбельная почти. Блять, еще за двухой. У забора. В кусту. Двое, блять. На гранатах. Там один минус. Дал гранату, дальше пушим вдоль забора. Угу, убил меня, лежит, просто лежит, твою мать. Что мне за упали? У контейнера они, да? Нет, он дальше контейнера, ближе к дороге, ближе к стройке. Он просто лежал и только ждал, когда я выйду. Уже гром лежит. Ну, мне показалось, по мне два ствола работают. Блин, гранаты. Я, вот он, второй ствол. Я хилец. А, еще блядь, один. Еще. С холма. Да, с горы. Вот там на гранате. Влево идет. Убил. Я за камушком подхиливаюсь. Смотри, я пробую ногами. О, есть слик новый. С теплом тут ребятишки, блядь, сидят. Прикинь. Квад. Гром? А там гром, да, был у Ани? Да. Нет, гром. Оттуда давай. Вроде открыт больше всего. Нет. Этого ты убил. Собирай. Жетон, ствол. Поддержишь? Угу. Да хер его знает. Ложись прямо ногами в эту сторону, ну или так, давай пробуй, короче. Стоит на лестнице. В самый верх? Ну, переход между вторым и третьим. Как обычно, сидят? Да. Должен это быть калаш. Кон, да? Кон ведь? Да, кон. Убил? Да. Ну где-то я там взорвал типа, когда они с холма двухи нас зарашили. Ты считай одного убил, я одного убил. И где-то еще одного я там взорвал. Когда я кидал, видимо, грену, типа вот там, говорю, на гранате. Да. Вот там, походу, и взорвался челик. Какой ты перебегаешь? Это же по центральной пошел. Я по мосту пошел. Я по мосту перебежал. Я у магазина. Аня сломалась. Несите новую. Да. Желательно молодую и не такую вредную, как вот это вот. Я обиделся. Значит, я первый обиделся.
Кусак, Мэтт! Где он? Ты прям перед ним, блин, стоишь. Я не вижу его. Я его просто не видел. Ты убил его? Чисто хижак, блядь, сидит. Да-да. Я ж... За пустой казармой кто? Я между. Живой? Одного убил, один на улице остался. Убил одного на улице. Еще внутри есть. Понял. Перебегаю к тебе. Ой, ты висишь на месте, Мэтт. У тебя нормально все? Да. Ты на второй зашел? Нет, я на первом играю еще. Стой. На второй зайди, ты скажешь. Блядь, тут же потолок-то прозрачный. Тут так не работает. Я слышу какое-то дерево, хз. Нету на втором никого. В сторону жопы, мне кажется, еще кто-то может быть. Да-да-да, бежит. Убил. На жопу прохожу. Супер, это так. Как вас? Форс поставил. А, тут одного... А, он килла уже убил, походу. ФПК-ха у него. Я заряжаться ушел в КПВ. В самом шаре? Нет, бегает снаружи. Я сейчас большой зал вышел, ты где? Сокон посмотрю. Жрет. Ты на пулике где-то? Он внутри, походу, да, я на пулике. А, вот он, да? Убил. Убил, да? Да. А я ему дал шот, ему было вообще плевать, в принципе. Не, он крякнул, но не умер. Я перед тобой. Такие нормальные. И все, люди там гоняют сразу без шапок, там туда-сюда, блин, без шарфов. А потом такие, что-то я заболел, ну хрен знает, что это. Хорошо, чувак, обдолбос принес. Найденный в районе. Я еще заходил за Дикого. Но. У него, оказывается, у меня ключ был с собой в подсумке за 4,5 миллиона. Это что за ключ? От развязки, комната-то. А... Кедрить, а я такой хожу спокойно, короче. Я ж не знаю, что это за ключ.
По мне, я минус. Все, я минус в Тарконе. Не знаю. Вот, заспавнились, я же говорю. Прям где-то около меня. Холм есть. Я на холм иду. На холме есть? Убил. Красная повязка. А с какой стороны своей? У меня хакашка. Со стороны костра. Так, вижу засвет. По-моему, лежит где-то со стороны моста. Либо это труп, либо кто-то лежит и чекает. А, подожди, это... Нет, это не труп. Убила. На мосту лежал просто. Да-да. Слышал, как он помер. Там. Там его убил. Танка, я грену, где они обычно лежат. Ну, тут ты, Таня, ходишь вдоль ЖД сейчас? Я тут, на меня смотришь. Второй этаж, тройка. Дальняя, большая или какая? Да, большая, которая. Кто-то ходит там? Да. Да, вижу, тут прячется. Убил чувака. С чем-то большущим в руках. Ты лег, да? Да, лутаю его. На там сумки не было? Ты внутри? Да. У меня чел на первом. На главном. Где? На улицу вышел. Даже не на главном, сейчас на улице. Обойдет все отсюда. Ой, за стеночкой попал мне. Вали кепку! Блять, будто я на глазах заспавнился. Еще один, что? Они спавный ботов поломали. Одного, да? Второго. Блять, третий. Разные. Одного убил. На железке еще другой тип. С другого паси. А то мне командует. Убил. Второй МП? Да. На кухне. Крыша. Кухня третий? Да. Я в гранту дам. По гранту, да. Блять, она не улетела, по. У него каска затанчила, БП патрон. Свала. Это я? Стоял. Вот про этого вообще ноль инфы было. Он вообще не шевелился. Нет, он просто стоял, смотрел в дверь. 46-й. Эврил Василий. Типа как Эврил Лавин, только Эврил Василий. Блин, а как у него эта каска, блядь, задефила? Это что, это нам? Нам, походу, летит. У вас кто-то бегает ближе к магазину. Не знаю, второй или третий этаж. Я по первому бегу. Дерево. Пристрой второй, даю гранату. Кто вам сказал, что это шаурма? Вверх, смотрите, что это. А, пиво? Это пивнуха. Он не слева. Сука. Где-то вниз.
На вагоне, наверное, сверху. Где-то мы вот... Убил? Десятый уровень. Да, ходит по большой стройке. Зашивается с урвом. Второй этаж. Челобот, что ли? Челобот, да, оно вроде пролутанное уже. И всех. Правда, сколько они так варят, их интересно. То есть, например, как, ну, с мясом-то они же... Я умер. В смысле умер? Я не знаю. Я просто стоял, утал курточку и умер. Смотри, так, ты сзади меня отпустил. Я его убил, братан. А я думал, что это ты, прикинь. Это ЧВК, что ли? Чувка, действительно. Это что? Ну, а, это дело. Это минус сзади. Минус сзади. Да господи. Вы прифарщик видели? Такой злой чел. М-ку собрал, шестой класс брони одел. Магазина шестьдесятки взял. Че, и патроны топовые зарядил. Здесь глухарь. Он просто пушит меня. Хорош, я за стеной сижу. Вон он, сука. Блять. Блять, сидит крыса. На поверхности такая веселуха, боты, выстрелы. Чуваки просто сели в подвал, сидят, целятся в дверь. Ё-моё, что с вами не так, люди? Кто-то вот там еще ходит. Может, там его друг меня обходит? Бля, как знал. Мыши. Эй, ты где, сука? У нас справа еще один.
Сколько у меня патронов там, интересно? У меня очень мало патронов. Кто? Клановые, нет? 63-е. Только 63-е типы просто сидят. Ой-ой. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.